И всем дорожки! С вами Узбишка. И сегодня вы, как всегда, на моем канале. И сегодня у нас ролик про лучшие моды на Friday Night Funkin. Я посмотрел и ролики про это и увидел, что они набирают много просмотров. Вот и я решил ребята набрать много просмотров. И я вам покажу сегодня лучшие моды на Friday Night Funkin. Ну что же, переходим к ролику. Ну и первый мод, который у нас в ролике, это Уити мод. Мод на Уити, если по-другому. Уити это гуманоид. Да, это инопришеленец. Который хочет стать рок-звездой. Но у него есть небольшие терки с родителями girlfriend. Кто не знает, кто не смотрел мои ролики или вообще не знает, то girlfriend это вот та девушка, если что. И, ребята, следующее, что у нас, он бомба, у него вместо головы бомба. Поэтому в последнем раунде он просто как будто взрывается. Очень злой, короче. И это показывает, как я знаю, его вспыльчивый характер. И, ребята, этот мод вы можете скачать по ссылке в описании, поэтому переходите в описание и скачивайте. Там будут и на ПК, и на телефоны версии. Но если я, конечно, найду на телефон, если не будут. И, ребята, давайте я, короче, вам просто покажу последнюю песню. Она жестко спам, и вы сами все поймете. Это трики мод. Трики мод это мод на клоуна, на зомби клоуна. Как я понимаю, он сделан из другой игры, где этот был, как я понимаю, одним из героев. Именно в переделке он вылезает из какой-то трещины. Если вы хотите это посмотреть, то вот, смотрите. И как я понимаю, они сражаются, выживет ли он или нет. Это, как по мне, самый хардкорный мод. Потому что даже в первой песне происходит полная жесть со скоростью. Ну что в третьей песне, ребята? Это невозможно. Это полный капец, как по мне. Чтобы вы знали, там нажимать, мне кажется, надо со скоростью света вообще. Это обычными руками пройти могут только чемпионы мира по Friday Night Funkin. А ей, кстати, пофигу, girlfriend. Как я понимаю, она флексит. Флексит. Ладно, давайте посмотрим же геймплей. С этим, с последней песней. Ребята, настало время последнего мода в этом ролике. Это мой самый любимый мод. И это мод на Sky. Не небо, Sky. А новый персонаж, Sky. Это фанатка бойфренда. Дело в том, что она как-то переместилась с собой в какое-то белое пространство. И хочет стать парнем. Но когда она узнает, что он уже в отношениях, то пытается как-то его победить. Этот мод достаточно легкий, не такой тяжелый, как прошлые два, но тоже не самый легкий. Но, ребята, почему же этот мод мне нравится? Первое.
он вообще красиво сделан и хорошо оптимизирован. Вторая причина. В первых двух раундах очень для ушей приятная музыка. И третья причина – это сюжет. Сюжет тут и есть, ребята, который я вам рассказал только что. И, ребята, в этом моде, мне кажется, единственным есть концовки. Их целых три. Первая концовка, ребята, это... Первая концовка – хорошая концовка, где мы победили фанатку и с Герфлендом ушли обратно домой. Плохая концовка – это где та девка грохнула Герфленда и того бойфренда. И третья секретная концовка – бойфренд Арахис. Да, просто бойфренд Арахис. Все. Ну что же, давайте смотреть по последней жесткой третьей песне. Кстати, в третьей песне Герфленд очень оптимистка. Потому что, смотрите, я ее, блин, ряд до сих пор привязали, и пофиг. Абсолютно пофиг. Ну, ребята, может, переходим к геймплею уже? Ребята, вот и подошел к концу наш ролик. Хоть он был и коротким, но надеюсь, он вам понравился, и вы не забыли поставить лайк и подписаться. Во время видео мне было некогда это напомнить, но вот в конце я напомню вам, ребята, что надо подписаться и поставить лайк. Еще раз напоминаю, что все ссылки на моды будут в описании, поэтому обязательно заглядывайте туда. Ну а всем удачи и всем пока. С вами был я, Ванёк, и Блинкнайбишки Гиминг. Всем пока-пока.